Та шуміха і ті виступлення Лазкового голови не могло оставити без внимання в той же час і команду, тому що во всіх інтернет-изданнях, в средствах масової інформації дуже йшла велика шуміха по поводу того, що тут знаходиться якесь гніздо баскетболу, я так навіть не зрозумів, що тут таке знаходиться, але несмотря на це ми йдемо вперед, це нас не розстраює. Для нас найголовніший показатель – це кількість болельщиків, які приходять і дивляться на гру. І сьогодні бачили, зал був переповнений, 1500 людей, дуже багато було дітей, всі були раді і довольні. Ну, звісно, коли програли, деякі діти навіть плакали. Тому лишити удовольствия міста і команду, і болельщика баскетбольного такого дія, я думаю, не в стані ніхто. Как бы это там ни происходило, я думаю, это чье-то заблуждение и ошибка. Ведь там, где мы с вами находимся, здесь на самом деле были руины. И вы видите, что за это время мы здесь создали. Здесь настоящий дом баскетбола, а не гнездо баскетбола, в котором занимаются тысячи детей и занимаются 18 команд. Как можно комментировать такую ситуацию, если... За полгода до этого Голодской голова был здесь, своими глазами все видел, походил по паркету, походил по вспомогательным помещениям, залу, был в раздевалках, прошел по всей инфраструктуре и был в очень большом недоумении, как можно было это сделать. И восторг у него был естественный. После того, услышать от него, что здесь мы понастраивали кабинеты и понастраивали бани, здесь сидим, но вы знаете, это... за рамки мужского как-то выходит. Если бы человек позвонил тебе и сказал, там, в глаза, Валерий Валерьевич, давайте увидимся, обсудим, что-то здесь не так, что-то так. Этого не было. И я не знаю, как после этого может человек смотреть в глаза. Если здесь одно, он говорит, что здесь все прекрасно, это столица украинского баскетбола, здесь мы все развиваем, а с другой стороны он рассказывает, будучи здесь, что здесь какие-то бани, какие-то кабинеты и какие-то помещения мы сдаем в аренду. Вот, пожалуйста, мы здесь находимся, может любая инициативная группа болельщиков, фанатов, прямо сейчас пройти по зданию, посмотреть, найти здесь бани, повытаскивать оттуда людей, выкидывать арендатора. Пожалуйста, все это есть. Если это получится, то человек в пиджаке, который давал интервью, тогда он прав. Но я уверен, что этого просто быть не может.